Почти у каждого из нас бывает драма. Она, казалось бы, решается легко. Одна в осеннем городе скучает мама, и этот город расположен далеко. И мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда. А когда-то мальчик был обеспокоен, если только мама покидала дом и, уткнувшись взглядом в пальмы на обоях, ел горбушку хлеба с сахарным песком и ждал, когда в подъезде ржавая пружина скрипнет, возвращая ласку и покой. А у нее работа, а потом дружина, и под вечер с полной сумкой домой. Как две заботливые птицы эти руки нас успевали защитить и пожалеть. А мы смотрели с братом только на зарубки, на косяке дверном, мечтая повзрослеть. И дождик летний капал, и земля парила, и как в войну мы продолжали в жизнь играть. И все, что раньше мама нам не говорила, мы начинаем только-только понимать. Почему так много было кукурузы, почему в апреле запахи острее, почему зимою хочется арбуза, а вообще-то было все как у людей. И тот пьянящий запах новеньких сандалий, и в кульке за рубль 10 карамель, и в шариковой ручке радостный Гагарин. Так ничто не может радовать теперь, но раз в году хотя бы, кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас, и ждут и врут опять немножечко соседям, похлебывая тот же ягодный кисель, что, может быть, на Новый год домой приедем, а нас несет опять за 3-9 земель. Но как с пластинки пыльной пляжный диск нам слышен, память наша пленкой рвется, как в кино. И как же мы бессильны пирожками с вишней возвратить ту радость детства своего. Но как же мы бессильны пирожками с вишней возвратить ту радость детства своего.